ноги, если честно, подкашиваются. К тому же в такой сильный ветер. Не думаю, что эта каска сможет меня спасти. Страх высоты знаком всем, даже тем, кто каждый день поднимается вверх по долгу службы. Мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, вы сотники, да. И с высоты вам шлем привет. Боялся? Раньше-то мы строили 5, но 9 этажей. Потом пришли на 12, страшно было. Сейчас уже не страшно, привыкли. В голове у себя просто отрубить, что ну невысоко. Потому что, в принципе, падать все равно, что с 5 этажа, что с 15. Первый раз, да, очень было страшно. Хотелось сплакнуть. Ну, а пообщавшись с коллегами, более твердо решила, что останусь в этой сфере. Психологи говорят, опыт – это действительно самый действенный способ борьбы со страхом. Нужно привыкнуть к высоте и понять, что может быть действительно опасно, а что – надуманная фобия. Конечно, когда в опыте самого человека появляется преодоление страха, это является одним таким из инструментов или лекарством для того, чтобы с этим страхом справиться. Понятно, что сразу не стоит рисковать и с парашюта прыгать. Стоит действовать постепенно. Но самый безобидный и, я бы сказала, легкий способ, но почему-то трудный в реализации, способ так называемой визуализации. Специалисты предлагают два необычных способа привыкнуть к высоте и перестать ее бояться. Первый – прыжки на спортивном батуте. Я сама впервые попробовала и очень удивилась новым ощущениям. Со стороны кажется, что прыжки на 50-60 сантиметров – это очень просто и совсем не страшно. Но мне оказалось тяжело выполнять даже самые простые упражнения. А в какой-то момент я настолько испугалась, что специально остановилась и упала. По личному опыту страх высоты, конкретно, как вы сказали, с 20 этажа, он никуда не исчез. Но относиться стал, само собой, спокойнее. Страшно, в общем-то, вообще каждый раз и постоянно. Смысл именно в том, чтобы преодолевать страх, а не как-то его убрать. Страх полностью не исчезнет. Если мы не будем бояться, ну, мы, скорее всего, просто исчезнем как вид. Второй вариант – очки виртуальной реальности. Бывает, некоторые клиенты приходят к нам, чтобы справиться со страхом, так как со страхом высоты, так как у них в дальнейшем предстоит прыжок с парашютом настоящий. И для этого они приходят к нам в виртуальный клуб, чтобы побороть небольшой свой страх. Ощущения, конечно, необычные. Как бы после такой тренировки не потерять инстинкт самосохранения. Здесь я разбиваюсь о камни, падаю на землю, а потом просто начинается следующая игра. Бороться со своими страхами или нет – решать вам. Но лично я не представляю, как можно жить без этих эмоций. Больше не бояться смотреть вниз – Софья Лупинина и Денис Шабанов.